Всем привет! 23 июля 2021 года. Нахожусь на озере Светлая Жизнь. Вот специально подошел к спасательной станции. Вот будка спасателей. И смотрю, как здесь человек, в общем, занимается таким видом спорта. Это как он на доске. Держится за трос, а трос, видите, движется по специальному такому, вернее, блок такой, движется по тросу. И вот он катается, держится за этот трос, туда-сюда, как будто на водных лыжах, только он, по-моему, на доске. Я потом напишу название к этому ролику, как называется этот вид спорта. Вот он там стоит, трос, и у него такой вот эти тросик тоже притянут за руки. Вот он держится руками за трос, и вот он едет, видите, я надеюсь. Вот. Я потом напишу, забыл, как называется, на букву В, по-моему. И вот он на доске, на такой, ведомый этим тросом, видите, кружится. Вот. В воду погрузился. Теперь трос его назад тащит, видите? Вот такая есть у нас в Орле забава на озере Светлая Жизнь. И получается, как водные лыжи, как борт такой, доска. Ну, это доска такая, насколько я вижу. Он стоит на этой доске и держится за трос, а трос его тянет вот по воде. Вот поехал. Вот он. Держится и едет по воде. Опа, упал, видите? Упал, и трос из рук вылетел у него. И вот он теперь с этой доской там плавает. Ага. А трос вот назад поехал без него. Так. Ему остается только за этот трос схватиться. Он схватился. И опять встал и поплыл на этой доске, держась за трос. Вот такая вот забава у нас в Орле есть. И за всем этим наблюдают спасатели, чтобы никто не утонул. Вот еще раз посмотрим, как он едет по воде на этой доске. И назад. Ну, в общем, с этим мы разобрались, как он катается. То мне первое время казалось, что он там, дрон какой-то, вертолетик, что ли, его ведет, а он держится за трос. Думал, ничего себе, с того берега наблюдал, удивился, как это человек, что он. Моторной лодки нету, за которую он прицеплен. Вижу, что за что-то держится, и что-то это вверху там летит как бы. Вот. И еще одно замечание сделаю. Вот сегодня на карьере был, значит, тут утки плавают. В первом видео я перед этим видео выложил утки и еще какие-то птицы. Я не знал, какие это птицы. А мне сказали люди, которые здесь, ну, Сергей конкретно, мастер по набивке татуировок. Я вот тут сегодня встретил. Спасибо ему. Он сказал, что эта птица, вот сейчас их тут нету, не видно.
А в первом видео до этого я снял вместе с утками такая вот есть черная птица, у которой такой на лбу белый такой, и клюв белый, и налобник такой белый. И они так вышли, я тоже заснял это. Смотрите прошлое видео. Они так странно, у них походка такая, вместе с утками вышли из воды вот в этом месте. Короче, называется эта птица лысуха. Лысуха. Так что кого только у нас на карьере нет. Вроде как и чайки были, и утки, и теперь еще и лысухи эти. А вода вообще теплая. Единственное, только сегодня ветерок такой прохладный. А вода теплая, очень даже. Если бы не было ветра, я бы, наверное, даже искупался. Сейчас что-то меня охота. Я немножко зашел так. Торс помыл. Что-то ветер подул, и мне как-то прохладно стало. Так, брожу по мелководье. Вода теплая, хорошая. Тут еще куда-то солнце делось. Туча какая-то нашла. Но вода теплая. Нагрелась она за прошедшие дни. Вот он. Так, это утки. Утки приземляют, приводняются. Это утки. Это утки летят. Лысух тут сейчас я не вижу. В прошлом видео я их снял. Собачки тут очень смелые, вон два щеночка бегают по берегу. Кусок хлеба из руки у женщины вырвали. Что еще сказать? Народу мало. 23 июля 2021 года. Температура воздуха там может 20-21 градус. Вода теплая. По ощущениям под 30. Но за счет ветра не особо купаться хочется. Ну так вообще погулял с удовольствием, нормально. Спасибо вам за просмотр. Всего доброго. С вами был Дмитрий из Орла. Уже часов 6 вечера, я думаю, есть. Надо домой собираться. Видео это выкладываю для вас. Скоро, наверное, уже стемнеет. Если облака такие будут. Все, спасибо за просмотр.